Я был ребенок очень домашний, вообще не очень понимал, что вокруг находится и как это все работает. Не знал ни одного матерного слова. Ну и вообще, короче, был максимально социально неадекватен. Возможно, я сейчас такой, но вроде справляюсь. Вот. И в 17 лет так получилось, что я школу заканчивал в Литве. Я жил в городе Вильнюсе. Я русский, и поэтому я решил в Литве не оставаться, потому что сомнительные были времена, конец там 80-х. Вот, и я решил уехать в какой-нибудь ближайший русский город, и я уехал в Ленинград. И так получилось, что как только я туда уехал, тут Советский Союз как бы и закончился. И мои родители оказались за границей случайно. Я какое-то время там ездил за границу к ним. Они потом переехали в Россию, но штука была в том, что так, из-за этого так получилось, что я в 17 лет уехал в другой город, ну и по сути остался там один. Я по этому поводу, конечно, очень сильно переживал и страдал и мучился, потому что я там много чего не умел по жизни делать, ну как-то не научили меня. Но потом, годы спустя, я просто понял, насколько для меня это было важно и нужно в тот момент оказаться вот просто в такой ситуации, когда я могу рассчитывать только на себя и больше ни на кого. Потому что там дальше какие-то эти кризисы финансовые пошли. Если вначале там родители мне как-то там деньги присылали, то потом все, уже там валюта другая у них была. И, короче, я понял, что все, только ты сам, больше никто тебе не поможет. И как-то постепенно-постепенно из этого состояния вырулил. Потом позже, годы спустя, я наблюдал такие вот явления, когда ко мне приходит клиент, он такой москвич, там, с пропиской, знаете ли, с квартирой, с бабушкой, с дедушкой, и там жалуется, как ему тяжело живется. А я его слушаю, ну, ладно, я там терапевт, я не возмущаюсь, но иногда все-таки фоново такая мысль идет, думаю, ему может рассказать, откуда я приехал, вот, потому что папа у меня был военный, и в Литву я тоже приехал, в общем, далеко не из такого места, как Вильнюс, просто так получилось потом. Ну, то есть, у каждого свои проблемы, короче говоря.